встречал делегацию Финляндии проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. Он рассказал гостям КФУ про развитие университета и сотрудничество с другими вузами. Специально открыли программу так называемой Open Labs. То есть вот оборудование, которое закупили благодаря, значит, правительственной поддержке, оно стоит, оно высокотехнологичное оборудование. Вот. И мы предлагаем ученым разных университетов, и в США, и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Китае. Пожалуйста, вот у нас есть лаборатория, давайте делать совместные проекты. Также одной из тем обсуждения стали татарский язык и культура. Помимо этого, проректор по внешним связям рассказал гостям о стратегической академической единице «Учитель 21 века». Он поведал делегатам о системе подготовки учителей в Казанском федеральном университете. После встречи делегация провела лекцию для студентов. Для них выступили несколько членов делегации, в том числе и посол Финляндии Микко Хаутела. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.